Всем доброе утро. Там Чарли мне друг идет. Вот, а мы на пляж тут идем. Вот Чарли тянется. Посмотреть на море. Что за море? Моросит мелкий-мелкий дождь, такой как из моросит. Вот. Но нормально. Тепло, хорошо так. Прям вот настоящая осень. Сейчас. Там собака, блин, 3 раза больше, чем Чарли. Какой 3 раз 5? А он все на него смотрит. Вот какой у нас осень. Видите? Дымок. Красота. Петухи поют. Деревня. Тишь да гладь, Божья благодать. Немного о погоде в Испании. У нас дождь. Пахнет дымом и осенью. У нас наконец-то пахнет осенью. Обожаю дождь, обожаю прогулки под дождем, по лужам. Это просто что-то. Чарли, мы, конечно, не очень любит такие прогулки, но что делать? В общем, мне сейчас нужно съездить за газом. Баллон уже в машине со вчерашнего дня. Я сегодня ехала, он у меня так стучал в багажнике вообще. Думала, их багажник разворотит. Я просто забыла вчера купить газ на работу мне. Вот, сейчас заеду. А то он там у меня по багажнику тум-тум-тум-тум. Хоть я его и заделала там со всех сторон. Все равно тяжелая бутылка. Такие дела. Иду быстро, чтобы моя рыба не замокла. А ему по барабану, он по улице идет. Ну, он такой, дождь не сильный, но интересный такой запах. А запах обнюхаться можно. Я уже дома. Хочу сейчас пропылесосить немного. Ой, какой у меня бардак сзади, мама! Ну, в принципе, никакого бардака нету. Это все пледики, которыми мы укрываемся. Один, который сюда, это мой. И моя вечно стоящая здесь спортивная сумка. Да, здесь ее место теперь всегда. Потому что знаете, как я собираю сумку? Вот так лежу, какой-нибудь сериал смотрю. О, это забыла. Встала, положила. Потом смотрю что-нибудь. Это забыла. Встала, положила. Ты что так внимательно слушаешь? Мокрый мой суслик. Я ему включила печку в машине. Вот, например, вот эта одежда, это все одежда. Ой, это вообще сырое еще. Вот эти полотенчики. Ну, давление я мерю с периодичностью. В общем, да, сейчас хочу пропылесосить. Ехала сюда, включила печку в машине. Так хорошо стало. Купила газ, кстати. У нас дождь идет. Там, смотрите, у меня, видите, ветки разные валяются. Но я туда даже выходить не буду, потому что не хочу. Дождик капает, капает. А еще я тут не знаю, какую куртку надеть в Россию. У меня есть, скажем так, большой выбор. Ну, как большой? 3. И я погоду смотрю, будет нормальная. То есть не минус 20. Я как-то 3 года назад ездила, было минус 20. Я чуть коньки не отбросила. В том плане, что у меня ноги, у меня ляжки так замерзли. Они заледенели вообще. Ну, я ездила после Нового года. Я почти всегда езжу после Нового года. Вот прям 1 января покупаю билет и лечу. Все с похмелья, а я в самолете. Потому что всегда отпуск брала. Ну и беру в первых числах января. А в этот раз, видите, вот так вот и получилось. Вот, но тепло будет вроде бы в Москве. Да, кстати, я в Москву лечу к брату. И будет вот такой вот у нас. Что такое? В общем, не знаю, что надеть. Есть 3 варианта, которые все мне большие. Потому что это куртки из прошлой моей жизни, когда я весила на 25 килограмм больше. Да, было и такое. Вообще всегда была полная, скажем так. Поэтому вообще вот в такую погоду, в дождь, в Испании делают мигос. Не знаю, почему, с чем это связано. Мигос – это жареная манка, которую я наверняка сделаю завтра. Так что подписывайтесь, чтобы увидеть, как это так, жареная манка. Очень вкусно. И
с рыбкой. Пожарить надо рыбку. У меня сегодня клиентки были, я у них спрашивала, ну, естественно, про еду. Они говорят, мигос, мигос у нас, мигос крошки в переводе. Ну, это ее делают из хлеба, из манки, даже из муки обычно. Представляете, я никогда не знала. У нас более распространенный из хлеба вчерашнего и из манки. Манка грубого помола, я вам показывала, наверное, уже. Так что завтра буду делать, ее очень легко делать. И она и очень калорийная, может быть, потому что дождик, холодно, и телу нужно килокалории. И вот, поэтому делают манку. Ну, чё ты мой маленький, давай пылесосить. Да, сегодня опять без прогулки останется, да. Без прогулки ты останешься, моя рыба сладкая. Чё ты? Иди на ручки, пойдешь на ручки? Иди на ручки. Сейчас понянчимся с ним. На ручках, да. Иди на ручки, я так люблю с ним нянчиться. Иди, иди на ручки. Иди на ручки, сказала. Иди на ручки, на ручки, на ручки. На ручки, давай целоваться. Давай целоваться. Дымом пахнет, да. Он еще так кряхтит, интересно. Ой, не люблю, не могу. Счастье мое. Пойдем пылесосить. Пылесосить давай. Дунда стахуга, ты все игрушки раскидал. Пропылесосила, потом, когда в спортзал пойду, протру полы, чтобы они всохлись. Знаете, ненавижу, когда протер пол и ходишь по нему потом. Прям меня это бесит. Я вчера сварила очень вкусный плов. Обалденный. Как он пах на всю комнату. О, блин, я чуть не умерла от слюней. Мультиварки. Вот, и сейчас нарежу себе салат, у меня там авокадо поспел. Поспели вишни в саду у тети Вани. Авокадо, потом у меня еще помидор есть. Помидорчик. Укропчик даже есть. И что еще у меня есть? А, лук, был лук, если его не... А, есть. Такой свеженький. Такой. И сейчас нарежу. И будет с пловом у меня. Знаете, как вкусно? Вообще, шикардос. Захотелось что-то погрызть под сериалом. Включила сериал. Сейчас скажу. Ай, забыла. У нас все дождик идет. В общем, вот такие у меня попкорн есть. Микроволновку его пихаешь. На 2-3 минуты написано. Вот. И все, и готово. Вы делаете такой попкорн в микроволновке. Вот. И все, погрызу. Весь день лёд дождь, дождь зануда, дождь зазнайка. А ты все ждешь. Ничто не случается дважды. Ой, что я нажала? Какой-то сериал. Ой, сериал, реклама. Ничто не случается дважды. Здрасте. Здрасте. Ты чё, соскучился, что ли? Ты чё, соскучился, что ли? Да, 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 мини-нитсику. Ой, какая любовь у нас. Как буду скучать целую неделю без моей рыбки, да, да. Ой,
Ой, моя ясно, все. Пойдем на улицу посмотрим. Ой, стрелять начали. Начал попкорн, стрелять начал. Вообще такое состояние поспать бы. Но спать не буду. Ой, солнце, и дождь, и все на свете. В общем, вот так вот у нас. Да чего ты, да чего ты? Несмотря вот на такую погоду, пасмурную, да, смотрите, там вот туман, облака такие низкие, прям на горах, видите, но очень-очень тепло на улице, вообще такая теплынь, что прям я даже не знаю, сколько градусов, но такое ощущение, что на улице намного теплее, чем дома. Ой, даже не знаю, что у меня там на голове. Вот, я что-то так вышла посмотреть, думаю, что тут с погодой. Цветочки мои, смотрите, от ветра. На завтра опять ветер передаю, но южный. Ну что, живой. Эти тоже живые цветочки. Так, знаете, тихо, спокойно. Падает небольшой дождик. Так классно. Я обожаю вот такую погоду. Тепло. Градусов 18 точно есть. Вот так вот. Пойду дальше смотреть телевизор, потому что время уже 5. Но с Чарли я точно не пойду гулять. Под дождик все равно идет. Капает. Куда он, бедненький, такой мокрый будет ходить? А завтра еще дождь передают. Ну, еще повысится температура вообще. Ну, это вам вкратце о погоде. Такая вот у нас погода. Меня сейчас муж отвезет в спортзал. Потому что погода не погода. Си. Так что мы поедем. А мы помчимся на оленях утром ранним. Опс, где балкона нету? Сыра. Вот, а обратно я уже... Ой, а где машина? А машина вон там сама. Чарли заодно прогуляют. Такая вот у нас. Тепло. Вообще классно. Так, теплынь вообще невозможная. На улице дождик капает. Я иду в спортзал. Вся такая уматанная. Зато я сегодня в бассейне накупалась. Где камера, не пойму. С одной стороны, тут с другой. Вот, там никого не было, так кайфово. Я так умоталась, такая вся мыли была. Хотела вам заснять себя, но народу было много в раздевалке, поэтому как бы не очень. Не знаю, там, в общем, дождик идет. Я люблю под дождем ходить, вообще кайфую прям. На улице тепло, хорошо. Правда, на завтра ведь, а я уже напередавала вам погоду. Я вас, наверное, достала уже с этой погодой. В общем, муж сказал, давайте, заберу, я думаю, нафиг. Мне тут идти 5 минут, а потом парковать машину, еще что-то. Больше канители, чем я быстрее дойду до дома. Тем более я люблю под дождиком ходить. В общем, сейчас приду, попью какого-нибудь чая, типа липового. Ой, все пишут, и туда в гости, и сюда в гости в России. Но, знаете, я офигеваю просто. Хочется все успеть, но за неделю, конечно, это нереально объездить всех и вся. У меня и родственники, и подруги. Бляха-муха, я нафиг вся промокла, в лужу влезла. Твою мать. Кроссовки-то у меня тряпушные. Блин. Ну ладно. В общем, вот так. Все хотят, а я буду план думать, как, что, и чтобы хоть, не знаю, в общем, голова разрывается. В общем, пошла домой и буду думать. Какой дождина льет. Кроссовкам вообще. Я иду, знаете, что?
что обутая, что разутая. У меня все ноги хлюпают, вообще все сырые, промокла, как не знаю что, гляньте. Пипец. Зато так здорово, я как маленький ребенок иду. У меня ноги все хлюп. Ай, а я радуюсь. На улице тепло, поэтому как бы пускай хлюпают. Вообще прикольно так. Видите, какой дождь. У нас дожди редкость, поэтому я радуюсь как ребенок. А еще у меня ключа нету, поэтому приходится сейчас буду звонить. Асисойо. Вообще, сейчас приду, хоть выжимай. Пипец. Ой, зонтик можно уже собрать. Уже все. У меня зонт старый с работы, прикиньте, который валялся в машине. Что там, спят уже? Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Вот вам испанского дождя. Обожаю. Завтра, говорят, вот так вот будет целый день. Кайфовочка. Правда, пятница не очень кайфовочка. Но вы знаете, у меня все клиенты уже пришли вчера и сегодня, которые завтра должны прийти. Наконец-то. Я... Все, пойдемте чай пить. Баю-баю, завтра будет... Кэси! Завтра будет хлюп-хлюп-хлюп. Блин, а вот кроссовки, наверное, завтра придется старые одеть. Потому что этим кирдык, они мне не высохнут до завтра. Ой, баю-баю. Завтра будет день опять. За день мы устали. Очень. Ох, какой. Огни горят. Что ты? Блин, надо флеш этот дурацкий выбросить. Ой, выбросить, выключить. Смотрите, какие у меня ножки. Потопают по дорожке. Три-три-три. Видите? Сейчас буду их сушить. Тря-та-та-та-та-та-та. Ай! Ай, Кина!